Всем привет, друзья! С вами по-прежнему Бабай, и мы продолжаем прохождение игры Layers of Fear 2. В прошлой части игра наконец-то начала нас пугать, и делала это неплохо. Так что свой второй шанс она, скажем так, оправдала. Ладно, давайте не будем затягивать и пойдем уже вперед. Чувствую, что сейчас нас хорошенько так отскримерят, скажем так. Чё? Что это за звуки странные? Так, тут тупик. Надо идти назад. А, звуки это от вентилятора сверху. Хорошо. Смотри, там что-то есть. Где? Куда смотреть, малыш? Ладно. Наверное, нам сюда, в темноту. Опять. Вон там, не видишь? Нет, не вижу. Чё происходит? Так, бутылка. Нет, я видел не это, поверь мне. Мы на краю света, мистер Харди. Тут все не то, чем кажется. Ладно, шутить про бутылку я не буду. Тем более в контексте детей это не совсем хорошо. Так. Идем сюда, к лестнице. Блин, опять. Лабиринты гребаные. Так. Дверь пропала. Вот, блин. Не, это, кстати, было прикольно сделано. Она опять появилась. И опять пропала. Надо как-то, короче, пропала. Сейчас должна появиться. Я не успел. Сейчас успею, да? Хорошо, успел. Так. Здесь что-то есть, записочка. Верхняя часть страницы оторвана. Мистер Харди не мог бы обойтись без своего любимого капитана Бэйнса. Капитан – центральный персонаж этой истории. Некоторые зовут его черным странником из-за цвета парусов его судна. Капитан Бэйнс силен и бесстрашен, и ему всегда достаются сокровища. Мистер Харди слегка завидует капитану, потому что хочет быть таким же сильным. Окей. Капитан Бэйнс — это его сестра? Или это та тварь, которая на нас нападает? Обувь. Так. Тут ничего интересного. Радио, ты меня бесишь. Опять эта странная картина. Так. Тут другого прохода нет, так что идем сюда. Так. Окей. Это было неожиданно, и я даже испугался. Так, дверь заперта. Шторм начался. Что это? Что происходит опять? Что здесь делает руна? Окей, она заперта.
Так, это та же странная картина, на которой есть яйцо. Это манекен? Не факт. Стрёмный звук. Так. Ну, я не могу открыть. Яйцо я тоже не могу взять, да? Не могу. Ладно, идем наверх. Вот тут нас ждет. Что это за штука? Это скорость или что? Так. Хорошо, идем сюда. Записочка. От службы безопасности всем заинтересованным лицам. Меня уведомили, что некоторые члены экипажа выражали обеспокоенность в связи с новым режимом нормирования пайков. Позволяю себе напомнить, что это решение стало прямым следствием должностных нарушений на борту этого судна. Еще раз подчеркиваю, кража не останется безнаказанной. Ну, как бы это справедливо, но... Я могу понять детишек, которые хотели кушать. Так, блин, ты откроешься или нет? А, вот, наконец-то. Так, спускаемся вниз. Я вот не могу понять, почему эти дети залезли... На корабль. Они от кого-то убегали или они просто хотели почувствовать себя пиратами? Так, что это такое? Люлька? Тут тоже пусто, надо продолжать поиски. Лили, то есть капитан, там что-то есть. Во тьме. Тише, держись позади меня, я тебя защищу. Я, короче, почему-то подумал, что это люлька в пепельнице, но нет. Что-то в темноте, и я опять боюсь оборачиваться. Но нет, все хорошо. Значит, эта игра все же разгоняется, и опять же пугаюсь... И опять же пугает нас необычным способом, как и прошлое. А не в самых ожидаемых моментах. Воу. 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 Это было жутко. Ай-яй-яй. 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 Нет, я смог пройти. Я почему-то думал, что я не смогу пройти. Бежи, 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 бежи. Вот дверь. Не успел. Я, короче, думал, что я не смогу пройти. Ай-яй-яй. Через... Господи, этот пар горячий. Потому что в прошлый раз нам не получалось. Поэтому я искал вентиль, чтобы его закрыть. Мы знаем, кто мы есть, но не знаем, кем мы можем быть. Интересно, сколько таких фраз они приготовили. А то я могу очень много раз умирать. Хватит мне на все мои смерти. Так. Значит, сейчас нам надо будет бежать. Причем бежать непонятно в какую сторону. Вот сюда. Бежим, 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 бежим. Бежим. Хорошо. Тут надо присесть. Тут надо встать. Опять бежим. Вон так, хорошо. Открываем дверь. Заходим, закрываем дверь. Не могу закрыть дверь. Опять. Опять бежим. Опять бежим. Убегаем. Вот эта вот беготня на самом деле бесит. К
хотелось бы, чтобы пугали чем-то другим. Блять, насколько это крипово выглядит в контексте этой игры. Вроде бы обычные фотографии. Хорошо, что тут у нас есть? Что-то, что можно поднять? Похоже, что нет. Мы можем переключить слайды, может быть. Блять, насколько же это крипово, пиздец просто. Так, давайте в другую сторону. Ну и что это? Может быть, этот монстр это... Это дух, как раз тот, что нас преследует. Блин, вот... Ладно, идем, идем. Мне больше нравится с цветами играть, чем в черном-белом. Ясно. С цветами не получится. Придется сейчас... делать все черно-белым, и тогда, скорее всего, откроется проход. Да? Странно, но нет. Давайте я попытаюсь подойти к этой картине. Так, я не понимаю теперь, что надо сделать. Так, там есть фотография какая-то. Хорошо. Берись. Чего не понимаю, что там нарисовано. Хорошо. Так. Есть еще что-то где-то. Тут ничего. Тут тоже. Очень крипово выглядит, прям пипец. А там как будто стрелочка какая-то есть. Вот здесь что-то странное. Давайте подойдем. Ага. Ну же, открывайся. Так. Ладно. Так, так. Не нравится мне играть, вот когда все черно-белое, что-то... Ну, такое себе. Так, открываем дверь. Снизу еще. Да, блин. Что это? Земля, уголь. А, это уголь, скорее всего, там печка есть. Здесь дохлая крыса. Брось, мистер Харди. Мы еще не настолько отчаялись. Джеймс, брось, говорю. Бедные детишки. Приходится платить жестокую цену, когда нарушаешь равновесие. Жестокую цену. А я могу назад положить эту крысу? Нет? Ясно. Ну что ж. Жестокую, значит жестокую. Не все в жизни... На все в жизни одинаковые цены. Важность одной может перевесить. Важность многих.
Там живая крыска есть еще. Хорошо. Комната звукозапись. Когда все на кону. Когда на чаше весов жизни. Доводы рассудка становятся слабостью. Доверься интуиции. Ну, допустим, я доверюсь интуиции и пойду назад. Типа ты на это намекаешь? Угу. Сейчас. Идет запись. Ну, что я поделаю? Так, там какие-то помехи. Интуиция или логика? Интуиция или логика? Доверься интуиции, склони чашу весов на свою сторону. Логические доводы отравляют разум, лишают тебя сил. Что я должен сделать, я не понимаю. Взять D, сдаться А. Взять. Одна жизнь превышает другую. Других вариантов нет. Выход только один. А. Взять. Я отбираю у него еду или что? Один живет, другой расплачивается. Взять. Не все жизни одинаково важны, докажи ценность своей. А, взять. Да, доверься инстинктам. Оставь доводы разума. Никакой жалости. Нет, не может быть никакой жалости. Я же нажал взять. Блин, только не говорите, что мне сейчас покажут эту мертвую собаку и щенков возле нее. Насколько я понял, я отобрал еду у собак. Ну, в реальной жизни, если бы я умирал с голода, я бы так же сделал. Но это логично, по факту. Как ни странно. Окей. Возможно, стоило сделать по-другому. Твои руки пусты. Ты умрешь с голоду. Причем, блин, я брал, и я так и не понял, я взял эту еду или нет. Я пытался вроде бы ее взять. Шанс упущен. Ты пожалеешь. Быстро сдаешься. Так ты не выживешь. Я не сдавался, я пытался взять, блин. Странно, короче, ладно. Как получилось, так уже получилось. Рисуночек. Что там нарисовано? Дохлые мыши и мальчик, который ест мышь, а внутри него яблочко. Чё, ладно, короче, идем дальше. Она как-то видела, как мальчик утопил крысенка. Она держала его голову. Он держал его голову в воде, пока не пообещал так больше не делать. Всегда есть кто-то сильнее тебя. Мальчик топил крысенка, и сестра из-за этого начала топить его. Малыш. Здесь заперто. Здесь открыто. Давайте я взгляну еще там.
Я надеюсь, меня сейчас... Нет, давайте сначала посмотрим, что там у мальчика. Потом пойдем в ту дверь. Ну, здесь меня и заперли. Окей. Здесь пусто. Плакат. Ах, что есть вечность, как не продление всех мук? Отдам ее за цель, за смысл в жизни. Ночной друг. Так, здесь больше ничего. Тут вроде как тоже. А вот есть записочка. От главы службы безопасности всем сотрудникам настоящим постановляю поместить запасы в более надежное место в верхнем грузовом отсеке. Необходимо гарантировать сохранность провианта и предоставить его опись в рамках следующего отчета. Обсуждение этого вопроса объявляю закрытым. Блин, неужели им настолько не хватает еды? Я не думал, что все настолько жестко может быть. Что там такое? Кто это был? Ладно, не важно. А может и важно. Куча золота. У них куча золота, но нет еды, серьезно? Интересно, что там, где куча золота, там все в цветах. Рыдает. Бесполезно. Пищи нам не найти. Джеймс, взгляни на меня. Это я во всем виноват. Я сказала, взгляни на меня. Я капитан Бейнс, черный странник. Убийца циклопов, искатель пламени. Я спасу нас. Не смей сомневаться во мне. Значит, все-таки эта девочка, это и есть капитан. Хотя вроде как за еду должен отвечать квартирмейстер. Как было написано выше. Блин, я вот опять... Каждый раз я закрываю эту дверь или что? А, не в ту сторону опять. Все? Все, открыл. Нифига себе золото. Там какой-то огромный кубок наверху. Ну, в любом случае меня ведут туда, так что... Я пойду, другого выбора нет. Хотя, возможно, если был бы выбор, я бы пошел в другую сторону. Куча рыбы. Куча еды для мальчика. Блин, если это... Она же нормальная или она вся испорченная? Так. Это отсылка к тому, что в тот момент для детей эта рыба была ценнее любого золота или что? Так, что тут у нас? Так, я что-то там запустил. Записка.
от второго механика, офицеру снабжения. Я понимаю, что вы выполняете приказы и не ставлю под сомнение ваши действия, но решения начальника лишены оснований. Пусть хоть все продукты стухнут, но ему главное, чтобы отчет был. Однако недовольство среди рабочих нарастает, смены становятся все длиннее, а пайки все меньше. Я знаю своих ребят, они приличные, набожные люди, воров среди них нет, но постоянно урчащий живот кого угодно доведет до крайностей. Этот мужик что, не давал им абсолютно, ну, есть нормально или что? Настолько их ограничивал, что был риск даже, что еда попортится? Идиот, блин. Крыска. Что это? Может быть, тут есть еда? Давай, нам пора. Ой. Я что-то слышал. Сюда. Джеймс, беги. Куда бежать? Куда бежать? Так, надо, наверное, переждать. И вот сюда в проход. Да, хорошо. Ладно. Теперь сюда. Это опять какие-то декорации. Ай-яй-яй. Блин, я не вижу Смерть страшна. Ну что, кончились нормальные фразы? Там сложно было оценить объем пламени. Так. Хорошо. Да блин, да. Вот то, что я говорю. Очень сложно оценить, насколько большое пламя. Вот как бы здесь оно меня не должно было бы зацепить. Опять это пламя меня коцает. Откуда, блин? Да, смерть должна быть прекрасна. Я не понимаю, что за хрень. Вот сейчас будет пламя. Надо где-то возле... начало пламени бежать по самому меньшему радиусу. А вот, вот и решили мы эту проблему. Блин, так оно еще и затормаживает меня. Я испугался этой картины, ну или постера. Я должен его взять. Сердце этого города больше не бьется. Мы всех подвели. Ай-яй-яй! Ай-яй-яй! Этот мир не заслужил... Короче, я думаю, вы прочитали. У меня не было времени, потому что, оказывается, оно не стопится, когда... когда я читаю. Иначе я бы просто еще раз умер, если бы стоял дальше. Ай, вот дверь. Не заметил двери. Я будто... на самом деле меня и не было. Хорошо, нам сюда. Нет, здесь заперто. Что это за куб?
здесь что-то есть, какой-то механизм. Что я делаю? Я его вешаю или что? Да, он уже сам повесился. Помнишь наше сокровище? Здесь недалеко, сюда. Black Wanderer. Ладно, пойдем сюда. Что это? А здесь я могу вылезти наверх, а здесь что-то есть? Что это? Нет, здесь ничего интересного. Ладно, идем наверх тогда. Там какие-то люди. Ну, точнее, манекены. Так, надо переждать. И теперь сюда. Убийственная шутка. Ха-ха. Бля, не так и думал. А что, если я переверну эту штуку? Выйди на свет. Ай-яй-яй. Куда мне выйти? Да, отлично. Так, здесь дверь заперта. Нам наверх. Хорошо. Что это за огонь? Это как-то тупо выглядит. Так, это, скорее всего, я должен куда-то в другое место тыкнуть или что? Откуда идет этот провод? А, это генератор. Ну, хорошо, но, наверное, она все же должна быть здесь. Или нет? Блин. Я не хочу этого делать. Ну, похоже, у меня нет выбора, да? Или есть? Я не могу назад запихнуть. Почему игра не дает выбора, блин? Уронил случайно. Ага, выход нам тоже заблокировали. И каждый раз эта хрень падает. Ну, ладно. Больше... Ну, больше некуда этого использовать, так что извини, друг. Получилось, мистер Харди. Вперед. Это типа дети сделали, да? Что за жесть? Я понял, ладно, пережду. Так, нам сюда похоже. Так, все темно. Все темно. Это как будто бы... Блин, это не картина, это зеркало, в
которой отражается эта картина, видите? Но ее там нет. Прикольно, прикольно. Так, хорошо, идем дальше. Там чье-то лицо. Мужик, телек же не работает. Осторожней, опасность рядом. Не останавливайся. Я понял. Откуда я должен быть знать, что оттуда вылезет эта хрень? Бежим, бежим, бежим. Почти пришли, еще немного. Хорошо, бежи быстрее. Мы куда-то прибежали. Почему локация так прогружалась? Ладно. Хорошо. Сундук. Еще одна видеозапись, и, скорее всего, кровавые корни. Опять крысы. Неужели разработчики либо очень сильно любят крыс, либо ненавидят их, либо считают их очень страшными. Распихают во все игры. Так, опять стартовая локация, да? Да. Хорошо. Так, что тут у нас новенького? Чья-то голова с яблоком наверху. Так. Персонаж. Жилище, возведенные из балок и стен. Жилище, возведенные из страхов и грез. Мне это больше нравится. Ножи, ножи, много-много ножов. Ножей, точнее. Глупый. Так. Здесь еще какая-то картинка появилась у нас. Это похоже на мальчика с девочкой, и сверху вот этот дух. Видите? Ладно. Так, здесь мы можем прослушать третью запись, которую мы нашли. Это вторая, вот третья. Значит, Джеймс, как я могу предположить, живешь где-то неподалеку? Да? С родными? С сестрой. О, у тебя есть сестра? Чудесно, а родители? Отец. Что ж, начнем с твоего отца. Он, должно быть, гордится таким прекрасным юношей. Нет, не гордится. А твоя сестра, она... Она для меня все. Понятно. Ты много времени с ней проводишь? Она всегда рядом. И всегда будет. Это... Странно прозвучало в контексте этой игры. Ладно. Интересно посмотреть на развязку всего этого. Так, эта полка по-прежнему пуста. Давайте посмотрим, что у нас за окном. Блин. Все тот же шторм и все тот же маленький кораблик. Там еще какая-то клетка.
И больше ничего. Так, здесь все наши плакаты. Блин, эти постеры, плакаты настолько охеренно сделаны. Супер. Кайф. Почему так провисает FPS в этой комнате? Это что за жесть? Эта картина здесь появилась. Ну, по стилистике. Даже не по стилистике, скорее, а по дизайну игры. Имеется в виду геймдизайн. Эти игры очень похожи, опять-то, так же, как и в первой части. Комната, в которой собираются различные вещи, в которой ты делаешь как будто какие-то контрольные точки постоянно. Ладно, здесь записка, скорее всего, тоже поменялась. Создание персонажа. Взгляд вглубь. Обстоятельства происхождения. Что привело меня сюда? Настоящее таится в прошлом. Хорошо. И тут новая... Не видеозапись. Ну, видеозапись можно считать так. Прошлое — это пролог. То, что приняла почва, становится пищей, топливом для пламени, жизненными соками для корней бытия. Корни укрепляются, служат основой, но могут быть и обузой, могут опутать, сковать, утянуть вниз. Лишив воздуха, лишив света, где ты будешь чахнуть и вечно страдать, размышляя об упущенном. Корни. Он должен обрубить их. Лишь тогда он по-настоящему освободится. Ничего не понятно. Акт 3. Кровавые корни. Такс. Хорошо, друзья. Давайте здесь мы остановимся и продолжим уже в следующей серии. Всем спасибо за просмотр. Пишите комментарии, ставьте лайки. Не забывайте участвовать в конкурсе. И увидимся завтра. Всем пока!